Всем привет, с вами Жабокрок JK, и мы продолжаем проходить Watch Dogs. Мы остановились на том, что подъехали к центру City OS, который мы сейчас будем взламывать. Он у нас находится в Mad Mile. В общем, погнали. Нам бы сейчас найти какую-нибудь камеру, чтобы попасть наверх. И потом нужно найти охранника с кодом доступа. Кстати, нет, камера не нужна. Я вижу подъемник. Мы сейчас просто поднимемся наверх и будем управлять всем с крыши. Надеюсь, нас тут никто не заметит. И на крыше вроде бы никого нет. Вот камера, и мы начинаем наши поиски. Вот у тебя вряд ли есть код доступа, ты у самых ворот. А у кого же он тогда есть? Вот у тебя есть скрытая камера, но не код доступа. Так-с, нужно мне найти какую-нибудь другую камеру, потому что в этом месте я уже всех охранников пересмотрел. Это у нас может подкрепление вызвать. И все. Так-с, переключился я на одного из спецов. И мне становится интересно, где остальные. Я видел только трех. Так, ты развернулся, молодец. Блин, там был охранник. Ну куда ты идешь? А, ладно, все. Пофигу, у этого тоже скрытая камера. Значит, мы сейчас посмотрим. У этого тоже только скрытая камера. А вот у этого есть доступ, все прекрасно. У нас есть код доступа. И теперь нам нужно взломать сам центр. А для этого нам нужно попасть вон туда. А туда попасть, мне кажется, могут только спецы. О, супер, супер затея. Давай, блин, ну куда ты идешь? Ну я почти взломал, ну черт возьми. Нужно еще раз попробовать. Развернись. Давай, развернись. Все, молодец. Как бы привлечь его внимание, даже не знаю. Да, надо думать. Ну, давайте переключимся пока на... На кого мы переключимся? Вот на эту камеру? Блин, нет, не надо было на эту. Хотя, может быть и к лучшему. Давайте посмотрим, кто нас может туда отвезти. К щитку CityOS. Пока никто, все пока только стоят и ничего не делают. Ну, я вообще не на того охранника полез. Он в совсем другой стороне у нас дежурит. Нам нужен кто-то другой. А для этого мне нужно, чтобы ты, молодец, развернулся. Ну как же все-таки привлечь внимание, я не понимаю. Вот кто-то из этих двух должен туда пройти. А как? Это вопрос на миллион. Как же мне привлечь ваше внимание? О-о-о, так, опять, да блин! О, так, он возвращается, еще есть надежда. Давай, стой. Да, все, молодца. Теперь нужно решить головоломку. Что ж, погнали, головоломку так головоломку. У нас есть всего лишь минута. Минута, чтобы ее решить. Так-с. Как открыть? А, все, понимаю. Нет. Нифига не понимаю. Не понимаю. Нам нужно провести электричество к тому замку. Или к этому. Неважно, к какому, хоть к какому-то, но нужно провести. Так, давайте думать. А, вот, все. Мы открыли этот разъем. И теперь открываем этот. Все. Осталось провести электричество с этой стороны. И готово. Все готово. Значит, центр CityOS Mad Mile мы, можно сказать, уже взломали. Переключаемся к этой камере и взламываем сам центр. Все, теперь у нас доступен и Mad Mile. Прекрасно. Можно направляться к Криспину. Но сначала давайте выберемся отсюда. Машина-то моя там еще? Да, тут. Значит, садимся в нее и поехали к Криспину, что ли. Ну, или не знаю, выполнять следующую сюжетную миссию. А что там будет, я не знаю. Блин, ну, идиоты, конечно, я им сигналю, они стоят. Все, едем. Не должно ничего плохого случиться. Мы разверну. Вот прыгают под колеса. Теперь Николас Криспин.
Значит, я был прав. Теперь у нас Криспин. Погнали к нему. Это Эйден. Дядя Джекса. Хотел узнать, все ли у вас в порядке. Сначала расскажите, как там Никки. Она не звонила. Пока разбирается в себе. Боюсь, ей нужно время. Джексон очень по ней скучает. Могла бы ему позвонить. Он себе места не находит. Хочет домой. Я понимаю. Все передам. Если будут хоть какие-то проблемы с Джексон, если он сбежит или еще что, сразу звоните. Ладно. Позаботьтесь о своей сестре. Да. Конечно. Так, мы практически приехали. Нам нужно всего лишь проехать немного вперед и потом повернуть направо. У меня ощущение, что мы здесь уже ездили. А может, мне кажется. Преступление обнаружено, мы его выполнять не будем, а выполним лучше сюжетную миссию. «Взгляд в бездну» она у нас называется. Но пошли ее выполнять. Где она у нас горит-то? Не понимаю. Нужно обойти это здание, наверное. Да, нужно обойти, и вот у нас миссия. Ну, давайте тогда начнем ее выполнение. Погнали. Черт. Клара же к такому не привыкла. Не буду осторожен, спугну. Криспин мой билет на аукцион и шанс подобраться к Ираку. И он исчезнет. Так, ну что, взломайте щиток сетевой, чтобы найти Криспина. Окей, взломаем. Взломать это, ребят, не проблема. Вот у нас какой-то магазинчик. Это, кстати, по-моему, магазин с машинами. Тут все на виду. Лучше бы мне не шуметь. Ну что, вот он у нас щиток. Но перед этим мы возьмем немного денег из банкомата. Все равно рядом. Поэтому возьмем денежки. Может, машину себе купим. Ничего себе, действительно больше денег дают. Больше, да, больше. Ладно, начинаем взлом. Блин, 15 секунд, ребят, вы издеваетесь? 15? Я же даже не успею ничего понять. Блин, да куда ты крутишься? Вот, открыли. Ай-яй-яй, 3 секунды, давай, действуй, действуй. Да блин, куда ты крутишься? Обнаружено вторжение, перезапуск. Так, опять 15 секунд. Все, теперь я уже более-менее понимаю, что делать. Сейчас мы все быстро сделаем. Так, и вот так, все. Я сначала что-то не сообразил, но ладно. Мистер Куин хотел, чтобы вы запомнили свой визит в Чикаго. Тихий мотор, да? Скорость и шик. Мистер Куин сомневался в цвете. Можете выбрать любую. Вот эту, ясно? Подготовьте для меня. Может, расписание у него на телефоне? Нельзя его тереть. Устраните Криспина. Что, все так плохо? Ну ладно. Устранить так устранить. Вау, классная машина посередине, прям обалденная. Мафиозная такая машина. Так, VIP-гости аукциона. И вот у нас чемоданчик лежит. Каким же образом его устранить? Даже не знаю. Блин. Ну как? Что, идти мне опять с глушителем? Я не хочу, не. Системный ключ мы, кстати, возьмем. Ну как его убить-то, блин? Он просто в стенку смотрит. А, не, он по телефону говорит, но все равно. Может, его граната убьет? И не, не убьет. Блин, расфигачил классную машину. Но мы убили какого-то охранника, и он вызывает подкрепление, отлично. Ну что ж, раз у нас все так пошло, то придется нам воспользоваться винтовкой. Ой, ох ты, ни хрена ты стреляешь. Жесть. Присмыкаться перед вами не стану, уж пройти. Следите, кто есть, нельзя его упускать.
скройтесь или убейте людей Криспина. Не, скрываться я не буду, я их убью, тем более, во, один уже остался. Я ни от кого убегать не собираюсь. Все, всех убили. Все замечательно. Похоже, Криспин собирался забрать что-то под названием Poppy Special в клубе Infinite 92. Infinite 92. В списке такого нет. Но есть упоминание на форуме. А, похоже, так называемый мужской клуб. Подпольный, конечно. Значит, Poppy Special женщина. Да, в досье Куина про это есть. Вряд ли Поппи пережила бы их встречу. Что это за аукцион? Думаю, мы оба знаем ответ. Я сейчас в клубе. Приглашение Криспина там. Проберитесь в VIP-комнату Infinite 92. Я вообще в другую сторону еду, ну ладно. Развернуться это не проблема. Слушайте, быстрая машина, жесть. Почему же я сразу не додумался поехать в автосалон и угнать оттуда машину? Действительно, нужно было сразу так сделать. И теперь нам ехать нужно по прямой. О, смотрите, впереди мост. Ой, мы сейчас полетаем. Разгоняемся. Заезжаем на мост и полетели. О-хо-хо-хо. Нифига себе. Ну, нифига себе, как мы полетели. Прям как птицы. Да, мне нравится эта машина. Очень быстро мы едем. И до этого Infinite 92 мы доедем в считанные секунды. Теперь мы поворачиваем направо. Потом едем вперед и поворачиваем налево. И дальше доезжаем до конца улицы. Мне так кажется, до конца улицы. Может и не до конца. Да, не до конца. Практически. Практически до конца. У нас тут, кстати, вышка CTOS рядом. Может, потом взломаем. Может. Ну, не знаю. Заезжаем внутрь и смотрим, что делать дальше. Готов к параду уродов. Костюм уже есть. Не высовываться и помалкивать. Криспин же псих. Меня будут пасти. Нахожу приглашение и валю. Ну, вообще-то так и нужно сделать. Вот еще один слендереныш. Poppy Special. Хорошо, мистер Криспин. Фирменное блюдо специально для вас. Сдайте оружие. Мистер Криспин, прошу сюда. А где ваша охрана, сэр? Не угнались. Ну и клубешник. Как-то мало здесь пространства. Следуйте за ведущим. Хорошо, будем за ним следовать. Ну, пошли. Мистер Куин хотел, чтобы вам было комфортно. Это особый подарок от его имени. Прошу, наслаждайтесь. Это ты мой особый подарок. Как тебя зовут? Поппи? Я знаю про тебя и про девушек. Нет, я не... Ладно. Ухожу. Мистер Криспин, все ли вам по нраву? Еще раз влезешь, тебе конец. Я тебя не трону. Иди за мной. Я помогу. Нет. Меня найдут. Говорят, вы чудовище. Вы не Криспин. Так ведь? Меня зовут Пирс. Ну что, честно говоря, я удивлен. Видимо, она
долго готовилась. Какие-то ее подруги, наверное, уже стали жертвами Криспина. Но больше не станут, Криспина же больше нет, да? Хорошо, выходим мы из Infinite 92. Почему здесь бежать нельзя? Вот раздражает. Нужно оружие забрать. Пушку. Приезжайте к нам еще. Ну все, мы вышли. Теперь давайте вернемся к нашей машине. Помоги мне. Нужно вытащить оттуда Поппи. Позвони в Infinite, притворись помощницей Криспина. Скажи, что я прошу привезти Поппи на аукцион. Ага, ладно. Хорошо. Сделаю. Может, Криспин и умрет, но хоть девушку спасем. Хоть что-то. Не уверен, что будет настолько просто, но попробуем. Блин, просто обалденная машина. Машина прям мафиози какого-то. Суперская. Доступен новый транспорт. Вау. Слушайте, давайте посмотрим сначала на навыки, а потом на машину. Так, вот блокировка подкрепления. Это нам нужно больше всего сейчас. И теперь давайте посмотрим на машины. Эта ли машина у нас теперь доступна? Если она, это просто прекрасно. Тут еще лимузины есть. Ну где же ты? А, вряд ли это в маслкарах. В скоростных? Нету в скоростных. Вот она в спорте. Слава богу, это она. Обалденно. Мне нравится. Действительно классная машина. Ну что ж, продолжим в следующей части. С вами был Жабокрок JK. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Пишите комментарии. Всем пока.